Всем привет, у нас сегодня субботняя игра в Roblox. Играем в бабку, так посмотрим. У меня 17 долларов всего, смотрите, у меня уже скорость у бабки 6. У персонажа тоже 6. Остальное я особо не качаю, кстати, здесь. А, дальше параметров не придумали почему-то. Так, здесь у бабки только постановка капканов. Видимо, скорость. Так, ну давайте начинать. У меня, видите, денег нет, нечего улучшать. Ух ты! На самой крутой карте? А! Это что такое было? Почему бабка скакнула? Видели? Она нереально скоростная была. Так, крутилку уже взяли. Молодцы. Здесь у нас ключ-паучок, но он нам совершенно не нужен. Так, ну садись. Дурацкая кнопка С. Так, ты что здесь катаешься на ногах? Нам в идеале нужна отвертка. Я не знаю, взял ли ее кто-нибудь. Так, там что за чудик бегает? Так, смотрите, у нас уже есть два подписчика в игре сразу. Так, меня бабка, наверное, мешанет сейчас. Закрываемся. Я иду пустым на открытый дворик. Очень много человек играет. Это какая-то фантастика. Смотрите, еще ни разу не выбивали. Так, встаем. Я первым выбил. Здесь еще никто не был, потому что мы начали игру. О, Mad Max, смотрите, с молотком. А там, кстати, кто там? Там какие-то руки торчали. Так, Mad Max отбил. У него очень интересная анимация. Такого веселого человечка. Так, где? А, отвертка вот где. Все, с отверткой все классно будет. Так, сначала дверь закрываем. А, он так протиснулся. Сейчас смотрите, что нужно сделать. Здесь нужно снять специальную планку. Теперь нам нужны кусачки. Так, он решил еще открыть планку отверткой. А, я застрял. И, кстати, можно так через карту свалиться вниз прямо. Через стену, точнее. Так, ты дурак? Давай. Так, с арбузом бегут очень медленно. Ну давай, оставляй. Он даже не знает, что с ним делать. Так это не ключ от сейфа. Давай, оставляй его. Все понятно. Наконец-то догадался. Так, а куда Mad Max убежал? Там капкан. Он пошел оббегать, прикол. Так, это с молотком бегает. Тоже бы лучше оставила. Я бы отколол доски у двери. Так, бабка-то здесь? Бабки почему-то нет вообще. Смотрим, где там Mad Max? Смотрите, размоталась. Об дверь. Да, это тоже, видимо, нуб. Он принес отвертку. Так, но... Бабка-то меня ждет. Сейчас проверим. Так, давай быстрее берись. Бабка. Резко открываем сейф. Все перекусываем. И пошлите на открытый дворик. Там перекусим провода и специальную проволоку, которая у нас спрятана опять-таки в спецместе. Так, ничего не вижу. Все, бабки пока нет, кусаем. Давай, я перекусил. И резко сматываемся. Все, о, смотрите, 283 доллара дали, ничего себе. Смотрите, я бабка здесь в офисе, прикол. Сейчас будет жестко. Здесь обычно легко всех ловить. Я слышу шаги, они уже там все выполняют. И так резко сюда поставлен. Давай резко-резко сюда. Теперь к этой двери. Так. Закрываем. Так, эту сразу. А, не успел. Так, кусачки. Можно здесь поставить капкан. Так, у нас здесь какие-то вообще чудики. Всех замешиваем. Ну давай. Давай, давай. Всех. О, выбежал. Так, Mad Max идет. Но его я, конечно, тоже не буду прощать. А, он не попался, смотрите. Так, я бегу. Так, смотрим. Эти двое исчезают. Так, Mad Max, ты где? О, с той стороны кто-то.
Я его замесил через дверь. Как-то он проник через дверь. Это прикол. Что за новый баг? Даже интересно. Так, эти все еще не исчезли. А где у нас еще один человек бегает? Кто-то, видимо, спрятался. Смотрите, прям человека нет. Вот он, видите, единичка. Похоже, спрятались. Прикол. Так, сейфовый ключ здесь. Молодец, давай беги. Он знает, что я за ним бегу, интересно? Видимо, нет. Так, ну все, здесь я, похоже, всех поймал. Наверное, никто не возродится. И там Мэд Макса уже нет. Смотрите, за карту можно посмотреть? Не. Все, ждем игры следующей. На него можно залезть? Давай, бей его. На ноги поставил капкан. Все, пусть ездит на капкане. Это его лучшее кресло. О, все, развалился. Все, я всех победил. Дальше играем. Так, ну-ка, что нам попадется? Офис. Так, бабка я. Опять 25. Опять на офисе я бабка. У вас есть 15 секунд, чтобы смотаться от меня. Так, о. Ух ты, молодец, он все знает, смотрите. Так, яву ловим. У нас 5 человек в игре. Вот это фантастика. Так, там сейчас зайдут, смотрите. Там специально зайдут, чтобы активировать капкан. Нет, не собираются. Мне показалось, кто-то выбежал. О, смотрите. Дверь закрываем, чтобы забыли, что здесь капкан стоит. О. Все, что бабка не хотела становиться. Двоих замесил. Неожиданно. Там еще кто-то был. О, смотрите, обошел. Я плохо поставил. Ничего себе. Так, я очень плохо поставил капкан. Ладно, постараюсь поймать так. У нас сколько там человек? Живых человек трое осталось. Он бежит за сейфовым ключом. А, успел взять. Прикол. Давай через стену. А-а-а, не успею ее пролезть. Давай! Не смог? Успел! Через стену замочил. Класс! Оказывается, можно. Смотрите, я пошел ва-банк. Не стал оббегать. Так, еще один полег. У нас остался Мэд Макс в игре, хотя нет, еще двое. То есть, получается, кто-то зашел. Ну-ка, кто у нас там? Да, у нас уже много человек в игре-то. Так, забегаем здесь. Надо поставить очень четко капкан. Смотрите. Прям четко по центру. И закрыться. Надеюсь, я поставил. Где у нас остальные люди? Ух ты, попался, все, смотрите. Так, один есть. Через дверь убиваем. Полег, все. Закрываем его. Так, ладно, давайте здесь капкан поставим. А где у нас еще один человек? Так, у нас ключ не поднят. Так, смотрите, здесь им нужна карточка и молоток. Ух ты! Как там Мэд Макс оказывается уже второй раз? Это прикол, он залезает за карту. Так, кто-то еще зашел в игру. Смотрите, он за пределами карты. Вы бы хоть открыли мне дверь, я бы хоть там погулял. Ух ты, попались. Это, видимо, специально сделали, чтобы быстрее смотаться. Через дверь. Опять полег. Так, это мне дадут, наверное, 5 миллион долларов за то, что я 50 человек убил на карте. А Мэд Макса я никак физически не поймаю, он просто за пределами карты. Его можно только замочить. Кстати, вазу принес. Я его вижу. Так, он сейчас подбегает. Давай его! Давай! Не смог? Смог, замесил. Наверное, Мэд Макс специально подставился, но, по крайней мере, я смог его замочить. Смотри, он через дверь пытается открыть. Я тоже ему подыграю, пооткрою дверь. Так, дальше. Чтобы в конце видео не забыть мне произвести апгрейд бабки, потому что в предыдущем видео забыл это сделать. Так, у нас опять офис. У нас частенько получаются офисные дни.
Я хотел так порой видео назвать «Офисный день», но пока ни разу не назвал. Очень почему-то везет на офис. Это какая-то интересная такая карта. Где Мэд Макс? Он мне хотел показать баг. О! Мэд Макс, я здесь. А он там все проверяет. Интересно, у нас бабка нуб. Так, мне нужен баг. А, это может дверью реально выкидывать за пределы карты? Или нет? Пока не понял. Так, карточка, молодец, нам нужен только молоток. Он, скорее всего, находится на втором этаже. Бабка идет. Она капкан не поставила, прикол. О, молоток здесь. Это будет самое быстрое прохождение, что ли? Сейчас, смотрите. У нас, похоже, бабка не умеет ставить капканы. Открывайся. Здесь проходим и... Давай. А, у нас еще синего ключа нет, падлокея. Это фигово, конечно. Так, у нас перекушено там все. Да, зеленый фонарик горит, значит перекушены провода. Так, а где же падлокей? Здесь может быть? О, он, скорее всего, на втором этаже. Так, ну все, пошлите на второй. Ёкарный бабай, бабка здесь. Так, а там, похоже, Мэд Макс оказался уже с той стороны. Я сейчас к нему выйду. Так, бабка молодец. Капканы не все поставила. Здесь не стоит, главное, прикол. Я могу взять сейчас арбалет. Это самое лучшее решение. Давайте сначала возьмем все-таки арбалет. А, уже открыли. Молодец, он все открыл. Так, где у нас Мэд Макс? Так, его здесь не видно. Вон Мэд Макс выбегал, видели? Так, он мне так и не показал, как делается этот баг. Так, кто там остался еще в живых? Так, бабка его не тронула. Прикол. За пределами карты можно бегать. Мэд Макс прямо живым подбежал к Слендермену. Оказывается, это реально есть новый баг. Ура. Теперь можно вот так бегать. Это как так-то? Он подбегал к окну. Слендермен, оказывается, подбегает. Так, где бабка? Ну да, она, похоже, Мэд Макса уже не поймает. Я хочу тоже тут побегать. Прикол. Почему только он не проходит игру? Почему ему не разрешают пройти? Он же вроде как за пределами карты находится. Так, смотрите, Артём бежит к выходу наконец-то. Но у нас все равно остался неубитым Мэд Макс. И бабка его никак не сможет убить. Так, бабка у нас, видите, в недоумении. Ага. Артём очень сильно рискует. Если сейчас бабка из игры выйдет, ему никаких долларов не дадут. Смотрите, вон Мэд Макс бегает со стороны. Так-то прикольно смотрится. Ну-ка, а с его лица? А, прикол. Вообще классно. Кстати, здесь какой-то домик новый. Как его посмотреть? Такая камера. А, прыгнул, все. И замер, сейчас исчезнет. О, Мэд Макс упал. Все, что ли, прошли, значит? Все прошли, смотрите. Из-за того, что он разбился. Еще раз. Так, школа. А, никто в школе не хочет играть. У нас опять офис. Да, хоть бы я не был бабкой, чтобы мне Мэд Макс показал, как надо вылезать за пределы карты. Так, бабка, не выходи из игры. Так, где Мэд Макс? Ищем тебя. Давай. Показывай свой баг. А, дверью, что ли? А, дверью, видели? Есть, получилось, класс! Баг сработал, где Мэд Макс? Я за пределами карты. Вот это да. Прикол, давайте пробежимся. Давайте посмотрим, где у нас Слендермен. Я впервые к нему пойду. Так, а где Мэд Макс-то гуляет? Смотрите, уже дверь открыта. Так, у нас полно подписчиков. Я очень медленно бегу, смотрите, я не могу даже добраться. Где у нас Слендермен? Он, интересно, за этим поворотом? Мэд Макс, привет. Я все-таки выбрался. Так, он, возможно, уже Слендер активировал.
Да, он, скорее всего, его активировал, потому что он находится как раз напротив выхода. К нему, видимо, надо реально подойти, на него нажать, и он исчезает. Так, и... Да, его здесь нет. Ну-ка, давайте рассмотрим вот эту комнату. Что это, интересно, такое? Там какое-то существо стоит. По нему нажимать бесполезно. Так, ничего себе баг. Но я бы хотел все-таки Слендера посмотреть. Постараюсь в следующей загрузке офиса это сделать. Так, давайте еще раз посмотрим карту со стороны. Как это смотрится. Ну-ка, здесь приседать можно? Да. Так, а получится ли обратно зайти на карту? Или сюда, кстати, зайти? Типа сымитировать, что я спрыгнул. Нет, фиг. Но доллары-то мне тикают. Смотрите, справа появились 15 долларов. Так, там кто-нибудь есть? Единственный шанс спасения в этой ситуации. Кстати, а если открою дверь? Бабка здесь? Бабка нас ловит за пределами карты. Это прикол. Если здесь ключ, значит дверь-то открыта. Если бы не ту дверь открыли, это было бы вообще прикольно. Как так? Смотрите, бабка гоняется за пределами карты. Ничего себе, это вообще полная фантастика. Мы здесь никак не должны были быть, это же Roblox. Здесь читы никакие не работают. Открывайте нас здесь. Нам нужно срочно... Смотрите, бабка, она может спрыгнуть. Только не прыгай. О, еще один зашел. А, все, бабка свалилась вниз. Вот это прикол у нас сегодня. Так, у нас Ява бабка. Так, что у нас здесь есть? Нам самое важное это найти отвертку сразу же. Открываем все двери. Отвертки нет здесь. Тоже нет, все, крах. Отвертка очень важна. Она прям нереально важна. Для игры. Бабка, конечно, притворяется, что она уже не движется. Хотя она может уже двигаться. Уже давно 15 секунд прошли. Да, он пытается ловить нубов на живца. Как я уже снимал видео. Так, там Мэд Макс уже принес что? Молоток. Молоток он нашел быстро. А вот как мы найдем быстро отвертку? Это уже большой вопрос. Ее здесь нет. Так. Интересно. Сейф пока не открыт. О, бабка здесь. Так, ну давайте сходим тогда за крутилкой от колодца. И... Я взял. Так, у нас в колодце будет шестеренка красная. Но это если мы собираемся проходить через основную дверь. Там кто-то валяется. А его можно оживить прямо отсюда? Нет, фиг. Меня сейчас бабка мишенет, если я пойду его спасать. Да, где отвертка-то? В принципе, шестеренку можно не брать пока что. Можно так даже ее оставить. Глядим за бабкой внимательно. Ух ты, капканы-то уже стоят. Это очень жестко. Так. Через стену он может убить. В принципе. Так, смотрите. О! Молоток здесь есть, ура. Смотрите. Попадаемся специально. Я успею, у меня скорость не маленькая по выбиранию из капкана. Так, класс. Так, а вы это отстегнули? Да, молодцы, отстегнули. Идемте на третий этаж пока. Так, что у нас здесь осталось непримененным? Шестеренка. Давайте ее выкинем. И плейхаус ключ там лежит. Сразу попадаемся в капкан. Все капканы активируем, чтобы потом в них не попадаться. Просто так. Да, лучше так. Ну-ка. Отвертки здесь нет. Так, проходим. Я зря, конечно, дверь оставил открытой, потому что бабка может спалить. Ставим здесь. Давайте роняем. Так, не знаю, стоит ли нам собирать шотган. Да, дурацкая дверь такая. Вообще крах полный. Так, я пока спрятался.
Но я Mad Max'а никак не смогу подстраховать, потому что у меня просто одна частичка шотгана. Так, где у нас бабка? Бабки пока нет. Так, она нас, похоже, заманивает. Я пока пойду, попробую достать Master Key каким-нибудь случаем. Счастливым. Бабку же найдет. Где бабка-то? Почему она не пришла меня убивать? Бабка не пришла меня убивать. Это жесткий прикол. Если я рискну применить шестеренку, у меня бабка может поймать. Так, бабка. Как мне спастись от тебя? Мне нужно срочно попадать в домик. Да, я фиг попаду туда. Закрываемся резко. Так все. Надо, видите, бабку усыплять. Нужно оружие. Арбуз мы никак не разрежем. Кстати, я и ствол никак не возьму. Что это такое у нас здесь? Ствол не взять, потому что он находится у плейхаус домика. Это полная жесть. Давайте реально попробуем разрубить арбуз. Совершенно на дурака. Арбуз у нас есть. Осталось только здесь пролезть. Хитро. Так, успеет ли прийти? Я отошел. Прикол. Так, у нас здесь отвертка лежит. Она, в принципе, нужна, чтобы применить. Смотрите, бабка меня собирается вообще убивать или нет? Так, мы можем отвертку уронить. Так, еще раз. Почему ты не падаешь-то? Есть, закрыли. Так. Взял ключ от арбалета. Уже что-то. У нас ключ от арбалета есть. Так, мы можем бабку в любой момент усыпить. Это, конечно, классно, но... Не знаю, нам нужен, смотрите, Padlock Key и Master Key. Бабка не пускает. Через ту дверь. Так, надо зарядиться очень конкретно. 3 минуты, в принципе, можно все успеть. Если все четко сделать. Так, у нас остались только кусачки ведь. А, вот они валяются. Так, значит, что? Давайте смотреть сейчас внимательно, что будем делать. Нам надо кусачки применить. Это вообще какая-то жесть полная. Значит, пока сюда ставим арбалет. И бежим за кусачками. Может даже попробовать как-нибудь... Так, смотрите, отвертку уже применил. Сейчас, если я сбегаю за кусачками, я смогу все открыть. Ничего себе. Так, ты что там делаешь? Я один, получается, буду проходить. Смотрите, кусачки есть. Я сейчас принесу их. Постараюсь перекусить прямо при бабке. Да, фиг-то там, наверное. Так, она поставила очень много капканов. Смотрите, у меня есть шанс ее усыпить. Усыпил. Резко перекусываем. Все. На, фиг-то там. Я прошел. Меня капкан закинул в проход. Ес, все. Вот это класс. Давайте на такой ноте закончим. Это просто шедевр. Меня бы сейчас бабка грохнула. Меня капкан переместил за дверь. Я в него влетел, меня закинуло. Вот это да. Давайте произведем сейчас апгрейд. В конце, смотрите. 1986. Вот это да. Давайте скорость бабки повысим. Потом в следующих играх будет всем конец. 7-й уровень. Так, дальше пока не будем. Давайте повысим, допустим, скорость выбирания из капкана. Так, хватит. А, маленько не хватило. Так, ну эти 36 тоже никуда. Давайте на этой хорошей ноте закончим. Всем подписчикам огромное спасибо за игру. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, ставьте обязательно колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Комментируйте, играйте в Roblox Granny. С вами был Топси.
Всем пока.